Так, Люда, вот моя страничка. Сейчас я подниму. Я нахожу группа. Вот. Ну вот берем вот эту вот группу. Ты, естественно, будешь заходить в свою группу. Вот я открыл группу «Позитив». И хочу на нее сделать ссылку. Поэтому я захожу вот сюда, в адресную строку. Нажимаю кнопочку, выделяю. А затем эту строку копирую. Копировать. Дальше нажимаю «Одноклассники». Вернее, «Одноклассники» не получится, а вот стрелочка «Вернуться». Так, еще раз нажимаю «Вернуться», попадаю на свою страничку, захожу «Почта», выбираю, кому я хочу отправить. В данном случае это тебе буду отправлять. И далее в сообщение, это старое тут сообщение я тебе писал. И далее в сообщение вставляю эту ссылку. Нажимаю, ищу «Вставить». Вот появилась ссылочка и логотип группы. И «Отправить». Если я сейчас нажму на эту ссылку, я попаду в группу. Вот, смотри, нажимаем. И попадаем в группу «Позитив». Ну вот так. Все. Что непонятно, пиши. Пока.